Сегодня мы отдохнем от тяжелых дел и отправимся в одно из самых интересных и необычных мест. В этом видео я познакомлю вас с замечательными молодыми людьми, единомышленниками, которые разделяют любовь к древнему, необычному и незахоженному. Знакомьтесь, это Женя, молодой человек, который обожает путешествовать по интересным и малоизвестным местам Беларуси. Вместе с ним в поездках участвуют его сестры Татьяна и Валерия. Эта команда не только ищет и снимает захватывающие видеоматериалы о редких уникальных местах, но и активно занимается их благоустройством. Ребята устраивают субботники, оставляют указатели, чтобы другие могли найти дороги к этим удивительным местам и наслаждаться их красотой. Благодаря их стараниям путешественники могут легко ориентироваться и находить скрытые жемчужины нашей страны. С недавних пор у ребят появился YouTube-канал, где они делятся своими открытиями и приглашают всех желающих присоединиться к их приключениям. Подписывайтесь на их канал, поддержите их лайками и комментариями и узнавайте первыми о новых интересных маршрутах и местах. Блин, на самом деле такая большущая, огромная территория. Столько яблонь, сад. Причем яблоки еще висят. Да, это, кстати, один последний сад, который мы следующей весной обязательно вычистим. Я его называю зачарованный. Если мы будет желание, чуть-чуть дождь перестанет идти, мы сходим внутрь, я вам покажу. Вот этот вот, который, да? Да. Вот, вот да. Якобы он отдельно от этого. Вот этот сад я вычистил, тут только что не кошено. Уже все там, там можно косить любой техникой ездить. Тот сад там за сараем тоже. Этот сад, ну, самый лучший, ну, да, потому понятно, что мы тут постоянно косим. Вот таких людей мне надо на хутор. Женя очень яростно гребет. Я говорю, уже, наверное, все хватит нам, мы уже подгребли тут дорогу. Не-не-не-не, мы не просто так приехали. А соседи, у тебя, может, тоже соседям подойти помочь? Хорошие соседи были. Нормально, можно 2,5 километра к ближайшему соседу пойдем. Даже пойдем, а не поедем. Сейчас у нас экскурсионные дела. Я ребятам показываю пруд. Женя говорил, что заядлый рыбак, да? Я тоже. Вау, короче, вот, можете ловить, здесь есть парочку карасей. Я тебе больше скажу, у меня с собой удочки 4, у меня спиннинг с собой. Кстати, у меня здесь сажалка есть побольше. Ну, видишь, она очень в этом, сейчас, во-первых, обмелела, потому что, ну, нет, ну, да, сухо. Ну, я вот смотрю, потому что растут вот эти чароты здесь, да, то, судя по всему, вообще она мелкая. А вообще вот доходит вода, вот где мы стоим. А я вижу, что вот эти вот деревья, да, я просто помню какие-то, они были в воде. Да, да, они в воду все полностью, вот он, это все. Дикий хмель растет. Да, здесь много чего. Ну, надо чистить это. Сюда надо пригласить драглайн, либо, ну, да, либо экскаватор с очень длинным ковшом. Угу. Его вычистить можно, здесь хороший пруд будет. Не, можно даже не с длинным, они ж, ой, не с длинным ковшом. Они же сначала забирают отсюда, набивают кучу, на которую заехать, потом дальше продвигаются, чистят вокруг и потом убирают эту кучу. Давай еще. Ну, они как раз таки, может быть, и в тему будут. Подожди. Ладно. Забери, пожалуйста, кружки Виктора. Виктор, ты, пожалуйста, не обижайся. Но они не очень красивые. Ладно. Мы тебе подали вот такую вот кружку с нашей символикой. С глазком белооки. Ух ты. Надеюсь, с нее будет вкуснее и вкуснее чаи или что угодно. Класс. Ну, а тут сувенир классный. Подарки небольшие, сувениры. Это спасибо большое за знакомство, поэтому... Это... И вам спасибо. О, ребята! Ну, короче, чаи мы сегодня никуда не поедем. Будем, как говорится, гонять чаи. Будем гонять чаи. Сейчас мы с ребятами немножко согреемся. Хоть мы и поработали, попотели. Ну, чаечку, да? Сегодня погода дороги такая, да. Погода промозглая. И рванем. Куда рванем, я думаю, те, кто смотрит мой канал, знают. Но это тоже немножко интрига, чуть покажу попозже. Хотя вы, наверное, тоже с превьюшки сразу узнаете. Да, все будет понятно. Женя, он же Ипполит. Да, иногда меня называют так. Можем по-другому поговорить, в принципе. Ой, тепленькая пошла. Так, попили чайку, подкрепились, как раз и погодка распогодилась. Спасибо, был вкусный очень. Как будто бы и свой, да. Мед вкусный. Мед. Ну, короче, мы грузим лопаты, пилку.
У тебя есть ручная пилка, да? Да. Все, загружаем и сейчас выдвигаемся. А едем мы к тому гигантскому здоровому дубу. Самому большому в Беларуси, да, дубу. Ребята говорят, что это самый большой, по моим рассказам. Это, ну, а как вот по-другому? Мы очень верим. Будем смотреть, что там. Нам очень интересно, тем более посмотреть на сам этот дуб, на территорию вокруг него. Возможно, установить какую-то табличку, потому что Витя говорит, что, ну, к нему, во-первых, тяжеловато подобраться. Об этом дубе мало кто знает. Даже сам Витя относительно недавно о нем узнал только из-за того, что квадрокоптером летал и снимал для себя. Нет, это я давно увидел. Это же мы с женой ходили. Мы его даже не видели, дуба. Я там просто видел дома. Ну, по крайней мере, был. Ну, ты про него знаешь не так давно. Ну да. Как можно было бы сказать, как в детстве, я знаю, там дуб растет. Не-не-не. Поэтому очень интересно посмотреть. Мы как-то, и даже если можно сказать, Витя нам и посоветовала сделать такого, не то что даже бы формата, а интересно показать людям о таких вот... Но есть же там книга типа «Дубов в Беларуси». Да-да-да, вот будет вот интересно показать элементарно какие-то интересные дубы. Этот дуб более... однозначно он заслуживает того, чтобы быть показанным. Вот что... мы надеемся, может быть, эта книга будет обновляться, и в том числе с помощью Виктора, может быть, возможно, и нас этот дуб добавится в эту книгу, либо, по крайней мере, люди будут про него знать. Так, мы с ребятами выдвигаемся к нашему назначенному месту. Место очень интересное. Ребята очень молодцы, воодушевлены. Я рад, что я нашел таких себе компаньонов. Мне очень хотелось этому месту съездить, и вот мы поедем вместе, и у этого места будет продолжение. Какое дерево он интересное? Яблоня. Помнится. На самом. Живет. А потом уже наверх еще этот шифер. Но дранка в хорошем состоянии. Вот сколько тут света было. Да, тут красиво было. Жалко так люди, что покинули эти места. Ну да. О, остались. Да. Пока Женя сейчас попробует калину на вкус и удивится ее горькости и кислости, я вам расскажу, мы еще не доехали до точки назначения. Это по дороге стоит такая заброшенная деревня. Мы не раз сюда приходили с женой. К сожалению, тут все печально. Дома разрушены, все развалено. Все разваливается, разворовывается. Даже просто, наверное, на дрова. Вот так случается. Это... грустно, но в то же время это история наша и наша жизнь. Никуда от этого не деться. Так случилось, что деревни стали не нужны. И люди уехали в города. Вот уже обвалилась крыша. Не факт, что обвалилась. Обвалилась. Мы в прошлом году здесь еще были. Уже срезали. Мы в прошлом году здесь были, здесь она еще стояла. Запах какой деревенского дома. А смотри, какой камин. Здесь относительно недавно жили. Видишь, какой сложный камин? Ну да. Так сам по себе этот дом такой, видно. Ну, если бы его не разбирали, то он еще... Но я не понимаю, что с ним, почему так строили. Я тоже. Зачем так делать? Что можно было бы подумать, может быть, оно... ну, сгнившая ставка какой-то? Не сгнивший, а размера не было такого. Ну, то есть длинных не было. А, да. Поэтому они, возможно, ставили такие короткие. Ну, ты видишь, они, смотри, а вот здесь уже как, с каких... Здесь уже тонкие. Короче, делали из того, что было. Да. Считали так... А он тоже шашель как стоял. Которая полностью. А, ну, да. А стоит одной попасть, он пойдет уже и туда, и туда. А оно еще будет, знаешь, сколько стоять так. Сложенная штука внутри еще кирпичная. Тут просто поле ровное. Удобно косить. Ну, его, наверное, не запустили. Да. Бурьян не порос. И стали прокашивать. Просто что ему возить так далеко. Так, мы с ребятами приехали до той точки, от которой пойдем уже пешком. Потому что на машине, может, я еще проеду, а они... Нет, точно мы свои. Точно. Мы даже здесь еле едем. Подвеска очень, очень сильная. Да, мы бы проехали. Весной здесь, ну, точно, только на Ниве, если можно было. Это вот в эту сторону. Да, мы сейчас сюда пойдем. Ну что, мы, значит, собираем... Да, пожитки. Берем грабли, пилу, топорик. И скоро отправимся туда. Yeah.
Так, ну что? А там прям далеко-далеко? А да, сейчас я положу ее с собой в этот. Ну, смотрите, нам надо поставить указатель. Где? Да-да-да. А, кстати, так мы можем... Мы можем, когда придем сюда обратно... Да, с собой поставим. Какую-нибудь найдем палочку хорошую там, по дороге. И поставим. Женя, расскажи, это дуб большой вон, который сзади за тобой? Ну, учитывая то, о чем мы говорили до этого, ну, для меня в любом случае большой. Ну, пойдем посмотрим поближе. Даже если бы я захотел обхватить его втроем таких, как я, меня... Не, ладно, не втроем, вдвоем. Ну, тоже скажи достойный, да? Нет, он очень большой. Я понимаю, что есть больше, но для меня этот дуб очень большой. Я не представляю. Причем как... смотри, как уже вросла проволока. Видишь, когда-то ограждали, да? А вот смотри, вот уже прям вон. Ну, дуб могучий, да? Давай, дай-ка я сниму так, чтобы люди видели. То есть два же не надо? Да нет, наверное, больше. Подожди, тут не видно. А вон еще какой-то, или это тот есть? Это нет, это бери. А, кстати, да, там еще один. Я его даже не видел. Ну, два, еще чуть-чуть. Я думаю, этому дубу больше 100 лет однозначно. Да, 100%. Нет, так тут дело в том, что вот еще один. Вот еще, ну это, конечно, понятно, это маленький. Это уже, которые относились от этого дубка. Ну, так вон еще. Кстати, сухой это береза. Не-не-не, я не про сухой, вон дальше. Да, вот там. Так по листве можно. Слушай, так, а вон какой. А может быть это тот дуб, который я просто не уверен. Сейчас наговорим. Ну просто вон гигантский и вон большущий. Ну сейчас мы пойдем, короче. Я просто, может быть, это тот дуб отсюда кажется таким. Да как-то нам обходить или сюда? Не-не-не, мы там идем, где шли. Может быть, это не тот. Тут просто дубовый рай какой-то. Не, так послушай. Он раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и вот этот вот восьмой. 9, 10. Ну эти, ладно, мы брать не будем. 10 штук, больших. Ну просто смотрите, какой он гигантский. Ну, это еще не гигантский. Подкалывает. Так, мы подходим уже к этому месту, еще недалеко, но... Блин, на самом деле, как он бобры погрызли. Решили зайти и показать вам, как бобры действуют. И, кстати, которую дерево я видел, они его завалили. Просто смотри, какая здесь тропа, Жень, смотри, какая натоптана. Так это бобровая, наверное, есть. Да. Вкусненькая яблоня, да, была? А знаешь, что классно? Вот это дерево так вот отпиливаешь, да? Вот верхушку. А потом выкапываешь и ставишь. Это будет такая красота. А вот какая тропа. Вот они где ходят. Пойдем к бобринам. Бобришки. Как бобра подзывают? Сейчас мы с Женей пойдем по протоптанной тропиной. Тропинки бобров. Тропины и бобров. Где бобры ходят? Прям свежие. Тут вообще просто как будто они идут. Как будто здесь шоссе, да, удобно? Ну такая скользота сейчас. Туда пробираемся. Так там вон дело в том, что этот пруд. Точно. Женя, вообще красавчик в кроссовках. Все как надо. А, вон их и домик. Вот справа. Да. Ну, короче, здесь им раздолье. Да, еще один пруд. Я его, кстати, да, в прошлый раз не видел. Еда, вода. Никто их не пугает. Они здесь живут. Самый кайф. У них тут вообще вот
Очень атмосферно, правда? Да, вообще, раздолье. Так я не... так ты представь, они никогда не едят эти плодовые деревья. Обычно какие-нибудь осина там. Ну, им, наверное, вкусно осина, а видишь, попробовали, эти тоже вкусненькие. Так ничего другого не едят, кроме плодовых деревьев. Почему? Нет, едят. Они это не едят. Они такое чувство, как будто вот там им вкусно. Вот туда приходят именно. Они не забирают оттуда ничего и сюда тянут. Да, там погрызки. Ой, девчонки уже пролезли. Ну, какое-то ровненькое, как столб обычно. Да, классно, правда? Такое бери, да нет, и вот тебе. Вообще, я не знаю. Мне вот такое тоже нравится. Я люблю с деревом работать. Как гриб-трудовик. Это про меня иногда говорят. Гриб-трудовик. О, извините. Ничего. Что не в глаз. Вкусно пахнет грибом. Грибом. Аккуратно. Аккуратно. Аккуратно и сам головой. Мне он тоже интересный такой кусок. Слушайте, вот это дерево, когда мы приходили с женой, оно еще стояло. Которое на бобра похоже? Да. Оно завалилось, вот оно. Видишь, как оно было сгрызено? Ну, да. Вот это дерево еще стояло. Я думал, как бы его отпилить и привезти, как оно красиво было бы. А сейчас уже на нем грибы вырастут. Кстати, про грибы. Да. Банька чья-то. Представляешь, как здесь атмосферно было? Слушай, скорее всего, прудик был. Ну, хотя раньше люди такого не занимались, там в пруды не окунались после бани. Почему нет? Окунались. Ай, нет, для деревни это не характерно. В деревню пришли, помылись, пошли. Ну, топили по-черному. Конечно. Видишь, нету дымохода, ну, трубы дымоходной нигде. Прям по-черному. Ну, а дальше смотри, какие деревья толстые, какие яблони. Им минимум лет 80. Ну, 60 так точно. Ну. А вот это уж, это как тополь все равно. Это осина. Ой, ольха. Ольха. Ольха, ольха, я неправильно говорю, ольха. Вот такие, как у меня растут, ольха. Осина у нее нет и кроны. Ольха. Идите вы, я вспомнил дорогу. Ой, чтоб что нормальное знала. Ты говоришь, как моя мама. Моего папа. Обалдеть, вот это серьезный пацан стоит. А как туда пробраться? Сейчас проберемся. Через эту? Ну, сбоку идти. Вот это пацан серьезный. Кстати, здесь видишь, я когда был здесь, эта сажалка была полная. Полная воды. Кто-то выпил. Ну, она, кстати, так достаточно полная. Меня мелело. Ну, может, там, конечно, уже совсем мелко. О! Зал заседаний. Все блага цивилизации. Да. Баня, туалет, вода. Да, конечно. Даже если мы поставим там столбик, люди все равно. Надо два столбика. Надо геолокацию надо ставить. Надо, да. А вон что-то тоже гигантское упало. Да. Очень внимательно. Вот тоже, это же бобриное. Это здесь ручей тек. А, может быть. Может мы идем с тобой по ручью. Я был весной здесь. Здесь бежал ручей. Так а как же ты тут проходил? Перепрыгивали. Там вот дальше. Я подумал, ты сейчас скажешь, переплывали. Не, ну там была такая типа кладочки, да, поломанная наполовину. И мы вот так вот с края до краешка там нам хватало, мы перепрыгивали. Дубик серьезный. А что тут? А, это клёники есть. Да, клёники, просто растут маленькие клёники. Ё-моё. Я такого дуба, ну... Это там почему-то аллея какая-то есть, но там и дороги нету тоже. Ну, нам теперь не понять, а кто, какого был здесь замысел. Женя, там вон ещё дома были. Вон там наверху тоже дома были. Так а это деревня или это хутор? Это какая-то деревня. Все-таки деревня была. Ну, да? Такая деревня хуторского типа. Тут 4 дома было. Не, ну все равно. Просто по вот этому видно, что это, ну, прям усадьба какая-то. Ну, 2 дома. Ну, вообще называется это деревня. Территориальная единица даже до сих пор это деревня. А это числится сейчас за деревней, ну, как да. Она есть на картах да, там? Да. Интересно.
деревня, и вот если мой хутор, то это хутор настоящий, он так и называется хутор, то это деревня. Но я ребят привел, сейчас они расскажут свои впечатления, тоже все в работе, съемки. Ну, Женя, расскажи, тебе понравился дуб? Честно говоря, когда мы подходили под тот дуб, по дороге, который был, я понимал, что он, наверное, больше, этот именно, чем тот дуб, но не думал, насколько. Сказать, что таких дубов я видел в своей жизни много, не скажу 100%, поэтому, когда подошел, ну, сразу же челюсть отвисает, это 100%. И самое главное, я вот примерно понимаю, что, к сожалению, такие места, вот как это, допустим, мы шли, ну, сколько, ну, я думаю, километр полтора мы шли точно, причем это не прямая дорога, чтобы можно было пройти, ну, я про что? Такие места, такие вот дубы, к сожалению, они не раскрыты людям, не показываются для людей. Мы, наверное, именно с той целью и приезжаем даже в такие неблагоприятные погодные условия, чтобы, во-первых, показать для людей, что есть такие интересные места, интересные дубы. У нас в Беларуси всегда было принято то, что дуб — это всему голова, если так можно сказать. Дуб — это самое главное дерево, самое большое, самое мудрое. И поэтому мы очень сильно хотим показать людям, что есть такие места, чтобы люди, возможно, сюда приезжали, была какая-то инициатива, возможно, даже поубирать какие-то элементарно здесь ветки. И это мы все озвучиваем, это все показываем. Наша задача именно заключается в том, чтобы как-то облагородить, показать для людей, что есть такие интересные у нас в Беларуси места. Поэтому, в принципе, вот так вот мы существуем. Я очень благодарен ребятам, что они приехали, Жене, Тане, Лере. Это Беловока называется, ребята, они так себя назвали в Телеграме, в Ютубе. Так что перейдите, обязательно посмотрите, напишите, что от Виктора пришли, что вам тоже интересно. Когда мы сюда с супругой первый раз пришли, с моей, это была весна, кораблики запускали, была красота. И вот меня все время сюда тянуло. Я просил всех, брата, говорю, поехали, поехали. И как это вселенная услышала меня, нашлись люди, которые с энтузиазмом сюда поехали. Мы хоть немножко тут прибрались, взяли с собой даже пилу, но подумали, что ничего пилить мы здесь не будем. Пускай оно все растет так, как растет. Мы немножко расчистили просто площадку. Понятно, что мы не можем расчистить всю дорогу, но мы оставим координаты, поставим табличку обязательно. И если вам тоже интересно, если вы чувствуете вот эту энергию от больших деревьев, от таких... Возможно, видео просто не передает всю мощь этого дуба, но когда вы сюда придете и вы его увидите, вы точно впечатлитесь и скажете, что вау. Таких дубов в Беларуси, я уверен, их, ну, немного. Наберется, наверное, десятки. Тут сотнями не будет точно таких гигантских размеров. Мы сегодня здесь побудем немножко еще, вам поснимаем красоту. Но место здесь очень интересное, так что я вам советую посетить и дуб, и бобров, и заброшенные дома. И, возможно, кого-нибудь я найду себе в качестве соседей. Правда, соседство будет не сильно близким. От моего хутора, наверное, километров 7-8, может, даже больше. Но сюда надо такой человек с деньгами, потому что сюда доехать даже сложно. Так что я вас жду. Ну и жду людей, которые приедут к этому дубу и тоже впечатлятся, зарядятся энергией. Так что мы вас ждем. У меня на канале и у ребят на канале в ТикТоке. В Телеграме, в Инстаграме, на Ютубе Беловока. Мне тут очень нравится. Я просто знаю, что я не потяну эти дома, но так бы, если бы вот была хотя бы малейшая возможность, я бы зацепился за них просто в этом месте, чтобы быть. Это просто самое шикарное место, шикарнее, мне кажется, даже чем мой хутор изначально вот
чем я нашел. Мне эта местность даже больше, скажем, по душе. Понятно, что в хутор уже вложено много. Но я буду сюда приходить. Орех. А тут вот уже монетки искали. А, смотри, видишь, подписывали 1А, 2А. Хотели на перевоз, что ли? Слушай, а какой хороший это, слушай. Ну, этот дом вообще во всем меньше. У него даже и вот чердачное помещение поменьше. У тебя двухэтажный чердак. Ну, да. Двухэтажный, он... Трехэтажный, а здесь получается так, ну, как бы двухэтажный. У тебя еще, учитывая, ну, фактически есть погреб. Погреб, и здесь же тоже есть. А, ну да, там, где проводилось видно. Да, да. Там есть. Он такой же похожий, но чуть поменьше. Вот у меня три окна, я говорю, здесь два. У меня здесь два окошка, где вот одно, а здесь, то есть, ну, получается... По ширине и по длине. Чуть поменьше, да. Но... О, белка. Где? Дык-дык-дык-дык-дык. А куда? Да. Оп-оп-оп, пошла куда. Класс. Убежал. Оп-оп-оп, вон она, вон на это дерево. Уже ее, наверное, не домой. Вот она. Ой, вот она. Пошла. Вот. А что-то тянуло-то? Это яблоко такое. А где она пошла? Вон она. На дереве. Смотри, видишь он? Их две. Знаете, что она ест? Она в грецкого ореха ушла. Она, вон, смотрите, сидит и ест. Грецкий орех. Причем такая... Может, она ручная? Когда-то жила с людьми. Оп-оп-оп, сюда уже идем. Ну, она какая-то темная. Обычно хвост этот какой-то там аж. Грецкие орехи ест. А где она? А, вон, вижу. О, мы подходим к еще одному дубу. Так вот эта вот аллея и была, которую мы тогда видели с дали. Слушайте, здесь тоже красивое место. Представляете, это все выкатить можно, как здесь будет красиво. Какой здесь парк. Уютный. Она где-то вот там на дубу, в дубе и живет. На дубу, в дубе. Вот Женя идет. Я сейчас Жене расскажу. Слушай, у меня тоже такая есть идея. У меня вот есть растет дуб. И под дубом маленькие дубочки. Я вот так хочу их также аллеи высадить. Вот смотри. Вот, видишь, аллея дуба, да? Пошла. Посмотри, все. О, и белка, смотри. Она вообще, она не боится. И почему-то темный хвост. Может, это житель... Ну ладно, пробелку не будем. Ну вот, смотри, дуб. Смотри, а тут под дубом камни. То есть это ограждение какое-то, типа дуба было, или что это? Наверное. Так не просто так. Вот смотри, даже элементарно брать орешник. Он же тоже высажен какими-то... А вот смотри, видишь, тоже делянки. Тут было поле видно. Ну так вот отделено, видишь, какими. Угу. И вот следующий дуб, смотри. Вот, видишь, дуб идет. Это же тоже дуб. Да. Так вон и дальше тоже. Ну, кстати, те большие. А, так там тоже вон большой. Пойдем посмотрим. Интересно, может... Тут, короче, аллея дубов. Оказывается, мы пришли не просто к одному дубу, тут... Целая аллея. Да, и вот колючая проволока. Вот, кстати, та, которая шла к большому... Вот почему. Вот здесь ограда была. И колючая проволока от животных, чтобы животные не подходили. Большие животные. Ну, а вот смотри, видишь? А, вот она и живет, смотри. Сколько здесь этих? Ну, да, она грызена. Желудей. Желудей. Она где-то сидит. Орешки к желуди грызет. Да, вероятно, чего это. Она подбежала к этому, к грецкому ореху, взяла себе один и побежала дальше. Услышала нас. А, вот еще, да, дуб, пойдем к нему сходим. Он, я про эти говорил, что он оттуда... А вот видно, тоже от дуба отвалилось это. Или это не от дуба, от чего-то. Вот от этого вот. Вот. А, это клен. Да. Клена вот такая. Сколько листвы.
Представляешь, какой тут перегной каждый год. Там о, еще одна сажалка. Прудик. Вот вторая их. Еще один. Ну, вот поменьше. Ну, не намного прям меньше, но все равно пофига. Не, тут видишь, ну, меньше. На сотню лет точно меньше. Ну, смотри, тот, у него много было ветвей, которые уходят в разные стороны. У этого не было, но они гигантские. Да. Ствол. Смотри, какой ствол толстый, ну, да, идет вверх. Не, все равно очень большой. Очень большой. Ух ты. Вот это кто-то садил. А, его вот натянуто, видишь, вот. Проволока, и она вросла вообще она пол. Струна, на ней становится может. Вот только что я заняла уже. И вот, смотри, сколько, сколько вот, ну, проволоки здесь. Это от животных вешали, чтобы не... Да, вот так по периметру ограждались. И вот смотри, как они заходят просто. О, бедный дуб, они просто вросли. Посмотри, когда эта проволока была натянута. Она вросла просто по центру дуба. Ну да. И не только дуба, вот этого дерева вообще наполовину поглотило. Так вот, Жень, иди сюда, смотри, в центре прям. Прям. Вот сколько ей лет этой проволоки было, когда ее повесили? Ну, я не знаю, за сто лет, что ли, вырос так дуб наполовину? То есть ее маленьким дубом ограждали и... С ума сойти. Или просто, может, она там, знаешь, забита была, и она ее так уже завернула. Она, может быть, знаешь что? Ну, прибита была. Она была вот так вот. Ну, то есть, одна проволока к дубу прибита, он ее обхватил. Это не говорит о том, что он напополам ее, то есть, обхватил полностью по всему периметру. Там же не выходит нигде. А, вот, смотри, вот выходит. Ну, это может быть другая. Это может быть вот эта вот, она вот так шла. А, тут еще одна. И вот, смотри, да. Вообще натянута как струна. Так вот, в принципе, можно по вот этому вот отверстию посмотреть. Если бы было бы насквозь, то этот, ну, проволоку, по крайней мере, было бы видно тут. Но все равно ограждали так, прибивали по краям деревьев. А вот бобры тоже действовали. И относительно, ну так, уже много времени. Но вот еще один дуб. Так что теперь дубовую рощу надо питать? Причем удивительно то, что там дуб один и очень большой, а здесь прям аллея из дубов. Ну, понятное дело, там, возможно, немножко, невозможно, точно немножко меньше. Но это тоже огромнейший, массивный дуб. Причем тот, в чем отличие того дуба от этого, тот как-то расположен больше. Да, он в ширину, раскинул, да. Он сильно раскрытый, а здесь прям ствол, гигантский ствол. И вот ствол, очевидно, вот, ну, отчетливо виден по отношению к веткам. Но все равно ветки тоже огромнейшие. Просто вот, смотри, какая одна идет, как будто дерево. Вон там, вон, да, вообще. Вот эти вот деревья меньше. А причем, видно, вот посмотри, кто-то сюда приходил, срезал деревья. Видишь? Да. С пилы. Ну, это давно было. Да. Слушай, мне еще больше это место хочется купить. Просто тут такое место, такое. Ну, тут, конечно, работать тут надо... Да, тут технику надо нанимать, чтобы убирать. Ой, аккуратно, аккуратно. Я видел. Ну, а тут уже вот тоже дубик. Ну, такой он себе, как у меня на хуторе. Это просто как повод. Это сынок или внучок. Да, он накидал, насыпал. А вот тоже сгрызли эти саму. А там, смотри, какие мастики. А, вот, рыли. Ну, это уже, не, наверное, не свиньи, это, наверное... Кабаны. Нет, не бобры, это рыли, наверное... Кабаны. Не, я думаю, не кабаны даже. Лось, похоже, еще вот так роет. Не, я думаю, кабаны потом... А вот смотри, какие желуди, какой был он. Ну да, шляпа, конечно. С ума сойти. Я думаю, кабаны, потому что кабаны... Надо найти царь желуди и посадить. Шляпа. Прямо шляпа. Еще немного и накрыться можно. Ну, крутое место. Слушай, я так рад, что сюда пришел еще раз. Знаешь, я... Очень сильно тоже рад, очень себе благодарен за такое, ну, я не знаю, опять же, мы несколько раз об этом говорили, атмосферу вот эту вот не передать ни на камеру, ни своими эмоциями, сказать вау, это ничего, просто внутри душевное такое какое-то уравновесие из-за того, что ты такой маленький по отношению к этим дубам, ты какой-то вот такой вот простой приходишь к ним, смотришь вот так вот свысока, и такое какое-то...
ну просто наслаждение, наслаждаешься вот этой вот природой, этими видами, просто не передать словами. За это огромное тебе спасибо, я говорю, это опять же, ну невозможно передать свои эмоции. Иди, Жень, сюда, глянь отсюда, на этот, и на эту ветку, которую мы говорили, смотри, какая она просто гигантская. Я вот, ну, вот, ну, в любой местности пойди, посмотри. Ну, максимум там какие-то ясени растут, старые где-то в деревнях, да? А поля там, возможно, да. Тоже большущие. Ну, вот так, чтобы нет, дубы. Такого нет. У нас на местности Витебской области, где я рос, это Глубокский район, в Поставах я нигде такого не видел, вот, как мы сюда забрели. Ты знаешь, я, в принципе, тоже относительно... Ну, я много где бывал, и в каких-то ухоженных местах, где люди... Ну, ухаживают за территорией, где им есть доступ, ну, чтобы брать подпитку от чего-то. Тут, понятное дело, тут очень много другие деревья забирают и влаги, и полезных веществ для них. Но все равно, насколько огромный дуб, сколько времени он рос, и сколько вот это вот брал свою силу. Вот эту, он мне просто, когда он был посажен, вот это круто. Вот эта проволока, которая в нем торчит, и он все равно растет, ему все равно. И задумаешься. Чего он только не повидал. Да, сколько людей ходили. Все войны, все люди, чего он только... Ветра, какие-то снегопады. Буреломы, все, да. Да, все подряд. И никакие бобры к нему в жизни никогда не подойдут. Это... Вот чего? Это дуб. И вот, а вот это вот внучочек. Растет, малыш. Ну, через 300 лет будет таким же. В общем, пришли мы с великолепных дубов атмосферных. Подарило колоссальное удовольствие. Сейчас будем устанавливать столб, ставить табличку. Лера будет рисовать краской. Правда, у нас проблема, кисточки нету, но пальцем будем рисовать, но ничего не остается делать. О, это где, там камни или корни? Надо камушку. Да, камушков тут найти будет проблема. Подготовили под стол ямку небольшую, чтобы сразу никто не говорил. Мы стол, как всегда, не заливаем, не бетонируем. Устанавливаем, чтобы он был не, точнее, чтобы он был не стационарный. Любой человек может просто взять ее и выкинуть, кому не понравится. Это, конечно, не хотелось бы, но в любом случае. Закидываем камень, засыпаем песок. Приехал. Ну что, давайте вы встаньте, давайте вас беловоку всех сфотографирую. Ну что, мы с ребятами установили табличку. Теперь и вы сможете побывать в этих замечательных местах. Так что огромное спасибо ребятам, что они приехали. Без них бы я бы точно эту табличку не поставил. Это их прерогатива. Они всегда делают табличку, чтобы вы знали, куда нужно ехать. На Беловока очень много интересных мест, про которые они рассказывают и показывают. Переходите к ним на YouTube-канал, в Telegram и в TikTok. Мы хорошо сегодня прогулялись, шли, смотрите, один дуб, а нашли целую аллею. Так что я вообще впечатлен. Я думаю, если вы вдруг приедете, может, вы еще найдете там местность, разведаете, еще каких-нибудь дубов. Это как Таня вот так вот обычно делала. Да не, я просто возвращаемся на хутор, но это не окончание ролика. Я просто думал, окончание ролика. А, не, не. А, не, ну все, давай тогда еще раз запишем. Все. Согласен. По-тупому это ужас. Наконец-то на хуторе батрачу не только я. Вот эти тяжелые мешки
Женя мне взялся помочь затащить. Может, сразу два? Надо ж, если ты сказал тяжелое, надо ж показать было вот так вот. Это керамзит для второго этажа. Меня никто не заставлял, говорю второй раз. Никто не заставлял. Это лично сугубо мое решение помочь человеку, потому что вижу колоссальный объем работы, который он здесь делает, тем более один. Понимаю, что это такое, поэтому не составит никакого труда помочь. Короче, мы делаем это... Сейчас расскажу, для чего это. Давай поставлю, да? Кого, вино? На камеру. Типа принес. Давай. Хоп. Короче, это два мешка керамзита. Вот сюда я буду к дымоходу засыпать. Эковата не сильно горит, но керамзит вообще не горит. Да. Мне осталось там совсем чуть-чуть доутеплять. Вот. Видите, как хорошо, когда есть еще лишние руки. Когда можно не только занести, но еще и снять. Да, тебя вообще не видно. Когда можно не только занести, но и снять. Так сейчас видно. Так, ну что, мы сегодня решили завершить наш, так скажем, трудовой день тем, что приготовим мясо. Ребят, я из компании Беловока, ну, так я называю их, трое компания, даже не какая-нибудь там компания. Просто ребята. Ребята Беловока. Я сегодня для них сделаю ёлку. Вот это сюрприз, а мы не знали. Вот. Так что ничего для вас сильно нового, зрителей, я имею в виду, не будет, но... Ну как это? Когда до этого для Беловоки на ёлке делали мясо? Не, ну понятно, что для Беловоки не делали ни разу, да. Но уже зрители видели, как мы делали мясо. Поэтому сегодня все по-простому. Интересно, даже самим будем. Так, соль, сахар, немножко приправ. Уксус, масло. Уксус, масло, да, немножко они запылились. Ничего страшного, никто не увидит. Не, внутри там не запылилось. Так, у нас есть шпинат и базилик. Есть шампиньоны. Кстати, женщин попрошу, чтобы он помыл их. Да, конечно. Только я освобожу. Сейчас это все сделаю. Не вопрос. Немножко перчика, огурчик. Ну и тут вот. И самое основное. Не мясо немножко, чтобы на елку влезло. Больше не влезет. Начнем с того, что картошку я отцежу. Которую... Она уже готовая, почищенная. Да, почищенная, порезанная. Я вчера приготовил. Ну вот ты так и скажешь, ты вчера готовился к нашему приезду. Вчера картошку. Так, для того, чтобы нам не пригорело, у меня есть сало. О, добавь. Может, она 300 лет уже лежит в холодильнике? Нормально? Угу. Кто любит сало, ему не надо говорить, нормальное сало или нет. Парочку надо отправить сюда, чтобы оно стекало на картошку. А наверх? Чтобы оно стекало на картошку сверху. Вверх поверх, смотри. Я же говорю. А, я понял, простите. Я просто подумал, картошку сюда. Картошку сюда будем. Поддон. Нет, вкусное сало. Ну, ты знаешь, вот честно, оно немножко уже, ну, перележало. Ну, не все равно. Нет, я сало, я всегда оценю, знаешь, почем? По приправам, по соли и шкурка жуется. Ну, молодая. Она хорошая, хорошая свинина, молодая. А ты сам делал? Это родители делают. Они у меня, ну, большое хозяйство. А родители далеко живут? Я просто помню первые ролики у тебя папа, наверное, снимал же, что тут пел песни, да, вроде? Да. Или это папа, да? Немного масла. И сюда сейчас добавляю масло. На всякий случай. Нет, это масло для того, чтобы приправа раскрыла вкус. Согласен. Потом берем, я беру, ну что есть, вот приправа для шашлыка пойдет, она даст определенную картошку вкус. Картошки тоже пускай будет, она лишним сильно не будет, я много тоже не добавляю. Ну вот что я не могу, вот вас коптеную паприку. Согласен. Я как-то пробовал коптить соль сам. Угу. Когда коптил что-нибудь еще, закидывал туда на емкость, на тарелку обязательно, чтобы она не горько лежала, а чтобы равномерно распределялась.
и получается очень вкусно вообще. Ее, честно говоря, многое не добавишь из-за того, что не из-за соли самой, так как по себе, а очень много дает вот этого вот вкуса и запаха копчености, да, уже чересчур прям получается. Но вот немножко добавишь, очень хорошо вкус. Если коптишь, ну, когда-нибудь что-нибудь коптишь, то, в принципе, попробуй, очень интересно получается. Порежу лучок, замариную лук. Красный столовый лук. Лук рассказываю, как мариновать. Значит, берем эти полукольца. Расправляем их. Вернее, это колечки эти. Расправляем, разрыхляем. Теперь сюда надо немножко базилика и шпината. Это очень пряные травы, поэтому, пожалуйста, очень аккуратно. Как говорят люди, которым лень что-то мыть, все было чисто и так. А, ну, ты. Ого, так уже все готово. Можно есть уже. Так, соли. Шампиньоны можно сюда? Да, сейчас сюда. Приправки добавим. Так, как всегда говорят, на кухне должен быть один повар. Так что не буду мешать. Вон улетел. Куда-то под машину туда, смотри. Вот видишь один пакетик? Где-то еще один. Не, еще где-то побольше есть. Наверное, вон туда, к сараю, видишь? Сюда еще можно укропчиков. Но у нас сегодня, конечно, готовка экстремальная. Да, и ветер поднялся, ну, какой-то. Ладно, не было ветра. Дождик небольшой был. То, мне кажется, дождик, наверное, пускай был еще такой ветер. Как там? А, так уже белый. Правда? Да, он скоро готов, мы будем сейчас опускать. Нам осталось помидорки. Шампиньоны. Помидор. Шампиньоны, да. Смотри, сейчас мы, значит, помидорки как мы сделаем. Я обычно вот сюда. Они дают очень вкусный сок. Согласен. Там парочку можно, чтобы потом в рот положить. Ну они тут сок дадут вообще обалденно. А то можно сюда еще укропка. Чисто на картошечку. Это уже для вида. Ну, даже не для вида, он все равно даст вкус. Да. Здрасте. А, еще вот обязательно надо сюда перчика. А вот все ли влезет? А мы перчика порежем сейчас дольками. Вот это можешь. Ага. Его много не надо, он так потом, ну, не сильно вкусный. Ну, вот... не горчил. Не, он не горчил. Никогда. Когда, ну, когда пока... много. Когда много, да. Я просто не веду, так много не добавил. Такой для вкуса. Просто картошка потом получается очень вкусная. Потом дорежем. Так. Ой, Витя, что же ты делаешь со мной, а? Я сейчас слюной наемся. Жень, ты знаешь, я просто уже много тут, столько вот дней, ну, тяжело работал. Самому хочется. Во-первых, я сделал такую тяжелую работу, которую, можно сказать, я откладывал несколько лет. То есть я не начал там с ремонта этого. И как бы тут я смехом взялся, так думаю, ай, ну дай-ка я порежу, вырежу. Попробую. И как всегда, затянуло, давай-ка сделаю. И да, еще, ну, уже порезал, уже что, дырка стоит, надо же доделать. И все, ну как бы брусы-то у меня были. Брусы я купил еще прошлой осень, ну уже к зиме ближе. Они приезжали, подсохли, полностью высохли. Ну, такие. А какие там? 150 на 150? 150 на 150, да. Я думал, 200 на 200 почему? Не влезут, наверное. Они большеваты. Нет, 200 не влезет, да. Тут получается бревно, вот в доме я замерял. 180, наверное. Ну там 180. Не стандарт, она, да, обычно плюс-минус. 16, 18, некоторые 19, а некоторые там даже... Раньше циркулярная пила, они больших размеров не было. Ну то есть ты если брус ложишь, ну в принципе его...
как это, цилиндровать смысла не было. Раньше убирали только две части, ну, то есть, ну, как это, можно сказать, лафет лицевая. Делал. Ну, да, называется лафет. Да. Теперь у нас называют они, типа, брус. Ну, да, оно, может быть, так и называется, но просто дело в том, что, наверное, по факту брус, это, ну, это не то, как можно назвать вот это. Да, это лафет больше называется. Ну, да. Но кто-то его называет брус. Согласен, слышал тоже такое. Ну, что, у нас есть и... Место под шампиньоны. Там минут 10 и готово. Ну, тогда пускай шампиньоны еще шампунью. Куда было? Яблоко. Там. Вроде бы там где-то упало. Не, я думал, это в костре что-то. В костре просто есть яблоко. Ну что, наша елочка готова. Разноцветная, красивая. Сейчас еще сюда шампиньончиков. Как раз у нас место осталось хорошо. Можно... Новогодняя елка. Вот-вот, новогодние праздники. Так, Женя достает угольки. Лишнее еще. Женя, ты знаешь, что мы не сделали? Я забыл. Сейчас мы поставим еще крышку. Крышку надо прогреть, поэтому ты один не доставай еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас все, запах пошел. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же. Накрываем. Подожди, сейчас через 5 минут посмотрим. Да его, наверное, не видно будет. Видно. Ну, открывай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Чересчур ой-ой-ой. От температуры конденсат на камеры лег. Хочется же и подписчикам показать. Подразнить немножко. Ой, да. Тут сам уже невозможно. Это же что-то. Можно просто с ума сойти. А вот мы когда ходили, ну, туда, представляешь, этот дом, он был точно таком же, ну, скажем, понятно, что он там меньше стекла, тут окна были не высажены. Но вот именно по зарослям. Ой, я как представляю, вот как там. Ужас. Тут же росла сирень. Вот здесь была. Ой, да, я помню. Ты же ее корчевал тогда. Ой, это я корчевал в этом году, а срезал я позапрошлом году. Ну, я имею в виду, да, я помню. Так вроде бы даже из какой. Где-то еще была сирень, или мне кажется. Ну, перед входом, а где-то вроде бы вот здесь, вот на аллее, что-то ты срезал, тут очень много кустов. Вот здесь же была еще такая какая-то акация, типа росла. Вот она. А, да, не сирень, точно. Акация была. Да. Я их сразу в первый. И потом под фундаментом начали расти уже эти клены. Нет, я их вот там. Не, клены уже были уже, окна закрывали уже, до крыши уже даже. Они, как сорняк, они моментом... Очень растут, быстро, очень. Тем более, одна створка, они же не раскрываются вот так. Да. Ой, я помню, у нас тоже в деревне картошку садим, у нас 5 кленов за дорогой, ну, за забором. Проходит год, ну, то есть сезон проходит, вот таких вот миллиард. Вот так вот вставляешь лопату, не заходят вообще. У них корневая система, они между друг другом вот так вот начинают. И там корневая система намного выше и больше, ну, если взять вот так вот, намного выше и больше, чем, ну, росток, который уже непосредственно на поверхности. Зачем? Зачем? Уже невозможно. Эти запахи. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая вкуснота. Можно слюной просто поесть, да. Попить. Наверное, даже о, праздничная елка в честь Беловока. О! Приезда. Я очень рад, что я с вами познакомился. Ребята. И мы безумно тоже. О, вот это классная штука. Смотри, она еще шкверчит. У нас есть два пути. Мы можем это оставить на елке и переложить. Да. Подписчики, подскажите, пожалуйста, как нам правильно сделать? Как вы будете смотреть на вот это вот? Ты знаешь, я подумал, наверное, потащу я вот так вот на елке. Давай. Я сзади за тобой. С ножом и с тарелкой. Пересолил. Невозможно пересолить. Вообще, не, реально, шампиньон пересолил. Ну,
Мы никому не скажем. Будем все говорить. Как пересолил. Как пересолил. Слушай, ну, если пересолил, то тоже неплохо. Значит, в туалет ходить быстро. Честно говоря, тут не мне главное не спотыкнуться. Есть, пожалуйста, удержи это. Что вы мне под ноги говорите? От снижения. Тут видите. Та-да-дам! Все! Вот и подставка нашлась. И сразу и подогрев. Заходи. А я в ботинках. Может, заберите кто-нибудь эту? Так, у вас маленький столик. Надо еще стулик. Так. Видите, ты сделал пир нам. Ну да ну, ну, ребята приехали. Хутор практически готов для приема гостей. Правда, немножко не хватало изначально столовых приборов и стола нету. Так что стол нужен. Ну, если бы просто взять стол с улицы, то нам бы всего хватило. Не, это понятно, да. Но его не хочется тащить на второй. Да, в принципе, все отлично, все. Более, лучше, чем могло бы быть. Ну, короче, налетаем. А, слушайте, нам надо что-то кружки. Ну, короче, девчонки сегодня профукли все. Да. Мы так точно очень рады знакомству, безумно. Ну, логично, взаимно. Ура! Большое спасибо за прием. В дубы сходили? Будем, да. Все, пейте сами квас, я буду есть. Зря я тебе положил, это прям перебор будет. Не захочет, не будет есть. У нас нельзя, чтобы полные тарелки были, пустые так. А то не уедем. Может, он не говорил? Говорил. Хочу сказать большое спасибо ребятам из Беловока, что они приехали. Мы сходили, посмотрели дуб большой и еще нашли столько дубов. Новую аллею. Благодаря ребятам вот такие места, они будут появляться на карте. Вы сможете туда с удовольствием приехать и тоже ощутить ту энергетику, тот весь кайф от того места, в то же время величественного и такого дикого. Вот мы вместе с ними решились вам показать эту локацию. Так что приезжайте. А ребята ездят не только по таким местам, а еще и по другим. И везде оставляют после себя таблички, чтобы вы тоже приехали и посмотрели. Так что это очень доброе дело. Я очень его одобряю и поддерживаю. И хочу Жене еще сказать огромное спасибо, Женя. Взаимно. Огромное спасибо, во-первых, за знакомство, за общение и элементарное за показ такого удивительного и красивого места, которое воодушевило в любом случае, надеюсь, не только нас, а людей, подписчиков и пользователей, которые смотрели наш ролик совместно. Точно. Так что смотрите «Хутор пана Яна» и смотрите, канал, ребят, Беловока. Канал Беловока. Спасибо, спасибо большое. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки везде. Огромное спасибо. Всем пока.